А перед началом ролика объявляю начало розыгрыша. Теперь розыгрыши будут часто. Очень большую коллекцию комиксов разыгрывается. Веном. Веном, смертоносный защитник. Что для этого нужно сделать? Подписаться на канал, посмотреть данный ролик. Как только мы набираем 500 просмотров, написать комментарий нужно, комментарий по теме видео. Как только мы набираем 500 просмотров, комикс уйдет случайному человеку, кто написал в комментарии по тему видео. Победитель будет выявлен в следующем видео, если мы наберем 500 просмотров. Если нет, то не расстраивайтесь. Последующие все видео, как только мы набираем 500 просмотров, этот комикс уходит победителю. Удачи нам всем! Для начала мы сделаем кое-что отвратительное. Тебе надо, короче, в ту стену двигать. Надо наоборот сюда сначала. Секунду. А мы лифт открыть не можем? Нет, я пробовал. Нифига. Так, ладно, еще попыточка. А, ты хочешь ту дверь открыть, попытаться? Чё? У меня есть план, садись в ковш. Сейчас я подвезу к тебе его. Попытаюсь. Стой. Или прицепись к нему, короче, и я тебя в стенку прям вмажу. Погоди, давай, поднимай, поближе его ко мне делай. Все, кататься готов? Готов, давай, веди меня. Подожди, сейчас. К окну. Ай-яй-яй, не так. Ладно, давай по-другому. Да-да, откатывай его, сейчас я сделаю по-другому. Бля, опять виснуть начало. Чем взрослые люди занимаются в играх? Бесит, когда виснет. Слушай, а стена-то чё, будет ломаться, интересно? Ну давай! Да ёлы-палы. Чё, ещё ближе? Бля! Висит. Нет. Блин, почти. Вот если бы не висло, я бы уже давно залез. Да я верю, я вижу, какие ты сальто исполняешь. Да ёпта мать, я прыгал, когда я был напротив ковша, а не когда я был за ним уже. Видишь, что это стены целую, да? Да. Я не вижу, что происходит. Давай-ка заново. Опять назад сделай. Мне нужно выше подхватиться.
и улететь вот так, то... Мать, ты не фигни. Бесишь. Ну, по-моему, стену мы проломали. Я хочу разъебать комп, я хочу... Не надо, не надо. Это не в компе делай. О! Ага, давай. Так, сейчас. Это максимум, что я могу сделать. Погоди, поближе меня подвези. Понятно. Он наклонился неудачно. Погоди, 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 погоди. Ну да, он наклонился. Подкати-ка чуть-чуть. Я не вижу, что... Погоди, 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 погоди. Я пытаюсь в ковш залезть. Теперь к окну? Да, давай к окну. Так, я тебя подвез. Идеально, причем, прям идеально. Сейчас я. Я проник. Мне дали достижение не туда. Мне тоже дали. Ай, виснет, 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 сука. Я не хочу, чтобы здесь висло. Сука, я к тебе не попаду. Бля, подожди. Ну-ка, если вот так вот. Помогите! Я у тебя в гостях. Ёперный театр, куда мы попали? Блин. По-моему, я тебя приложил. Ага. Так, погоди, там мне кто-то что-то строчит. Черт. Так, это типа надо стоямба, стоямба, скользкие трубы. Ой, блин. Да ё-моё! Ой, давай, Вася! Я застрял по мешку. Я скажу, что трубы очень скользкие. Я залез. Я тоже. Самое опасное начинается здесь. Где... Спасибо. Ай, можно повторить? Ты меня зайчика схватил. Это просто оригинально. А как дальше? Да. О, там есть какая-то фигня. Ты видишь вижу. Это? Да. Вижу. А типа, а что делать типа надо? Как-то его запустить? Типа пока. Стой, я понял! Не хватайся без меня! Давай, жду. Сейчас, подожди. Так, хватаемся за него. Дверь.
Попытайтесь пока еще дверь открыть. Черт! Ладно, хрен с ним. Полетели. Ага. То, блядь. Ага. Ага. Ну-ка, если его толкнуть. У-у-у! Черт! Все не по плану. Мы оказались в жопе. Ну мы красавцы, мы залезли туда. Ладно, пошли тогда снова сюда. Эй, блин, как ты пролез? Хоп. Понятно. Я тупой. У тебя есть редкая возможность, когда я это признаю. О, надо пробить стену. Иха! Кстати, у меня есть предложение. Хочешь зацепиться за камень, а я камнем и тобой, короче, секунду, подожди. В стену. Подожди секунду. Так. Все, камень подвез. Мне нужно. Как же Аня? Джингам бэл, джингам бэл, джингам джингам бэл. Мать его. Алло. Алло. Ты кому? Хуйло. Это я Даничу. Ты че не в диске? Вазом можно, кстати. А тут можно группу создать в стиме? Вижу, можно. Hello, my friends. Окей, уже сделал. Аллилуйя, hello, my friends. Погоди-ка, октавный. Где это я был? Только что. Так. А где звонок? А, вот звонок. Алло? Кто меня слышит? Меня кто-нибудь слышит? Ну, я тебя слышу. Ты слышишь? На в Дискорде. Кто-то где-то зазвонил. А, ты создал какую-то фигню, но в только Steam, я... например. А как тут? А в Steam'е? Я не понимаю, как там созваниваться. Звонка нет в Steam'е? Нету. А, вот, нажимаешь. Вот теперь я тебя слышу в стиме. Так. Данич, ты меня слышишь? Там надо нажать Данич, на микрофон. На микрофон нажми, Данич. Всё. Ты добавился? Хорошо, Данич, ты меня слышишь? Я всех слышу. Я его слышу, но Алло. У него очень слабый звук. Диск я отключился. А, хорошо, все, я диск тогда вырубаю, может быть, да, правда, я тоже вырубил интернет. Как вариант. Алло, у тебя очень тихий звук, да. Где ты настроил? Ты нормально слышишь, Данич? Да, нормально. Вот сейчас как слышно. Превосходно.
Хорошо. Это кровь подхимить. Чел, что теперь нормально. Вот сейчас лучше. Нет, пригласите меня. Вот в воду прям что-то громковато. Мы будем серьезно играть, ну или так. Ой, а кто у нас тут третий бегает? У нас кто-то третий бегает? Ты серьезно? Смысл на шарпе сидеть? Это не Данич. А мне нужно его пригласить. Вот, вижу, все, я приглас скинул. Угу, вижу, играю. Так, ладно, раз он... Подключение. Обломись под... А, он на камень, да? Погоди, да, я тоже на шар прыгану. Блин, ладно, сейчас подвезу шар. Черт. Подожди, стой. Давай. Я готов. Так, у нас третий... Я одной рукой держусь. Я двумя руками держусь, я готов. Сейчас опять разгон возьмем, подожди. Так, а у нас игрок присоединился давай, к нам, давай. Данич? Присоединился? Пока не вижу. Посмотреть пока не могу. Я специально поднялся, чтобы не заметать скорость. Отлично. Данил, ты присоединился? Отлично. Присоединился он? Не знаю. Он мне ничего не ответил, я просто у него спрашиваю пока что. Он вышел с этого группового чата. Вот, зашел теперь. Ага, ну он зашел. Так, короче, нужно несколько раз сломать эту стену. Я на камне. Ты сможешь повыше? Я сейчас с ногой подниму шар. Я могу с разгоном. Повыше забраться давай, на этот шар, чтобы не замедлять скорость. Пригласите меня еще раз. Ой, опа, сейчас, одну минуту, пожалуйста. Давай, погоди. Шар горе надо. Я тебя на шаре не вижу. Так ты меня не взял, я говорю, шар надо было к горе, я еще не залез. Так, пригласить. Еще раз скидываю приглас, да, ничего. Угу. Пришло? Пришло, угу. Пришло. Так, а вообще у меня видео записывается, нет? О, а куда мне идти? Что делать? А видишь, два балбеса крутят шар. Белый такой один. Да. А я как прыгать? Сейчас к тебе шар подкатит. Е-е-е-е. К тебе сейчас подкатят шары два рабочих Равшана. Оп.